Всем привет, дорогие друзья, с вами Элрик, и сегодня хотел бы снять такое небольшое, короткое совсем видео и рассказать о, в принципе, моем впечатлении о конкурсе, о результатах и о том, какие призы поедут победителю, так как вообще участников было крайне мало, но это несмотря на то, что на канале очень давно не было активности и, в принципе, некоторую зрительскую аудиторию я немножко подрастерял. И, в принципе, это был вообще первый конкурс на моем канале с физическими призами. Поэтому я вот хотел немножко показать о том, что я отправлю победителю, так как он является и победителем, и вообще первым человеком, который получал какой-либо реальный приз на моем канале. Вот. Поэтому сниму такое мини-влог, что ли, на том, как, какие подарки поедут, как я их отправлю. Я думаю, если вам интересно, то смогу, наверное, снимать почаще. Вот, собственно, и сам основной приз, который разыгрывался в группе, это бустер-пак с 5 картами. Одна из них обязательно будет Full Art с легендарным покемоном, либо Екс Пикачу, либо Хупли. Забыл немножко, как его зовут. Вот. Вот такой он поедет. Может быть, повезет, там на самом деле будет еще одна Екс. Я видел распаковки у одного человека, у него в боксе было 3 Екса. Хотя на тот момент даже одна Екс была очень редко, но нам повезло, и мы выиграли все. Точнее, не выиграли, а вытащили. Рандом был на нашей стороне. Вот такая карта в сливе. Full Art с палки. Вон Латя сзади еще. Не знаю, как вам видно. Блин, не видно. Немножко неудобно с фокусом мне работать. Вот. Вот так она выглядит. В общем, думаю, попадется другая, но если тебе нравится, можно использовать просто слив для чего-то другого. Еще одна карта в сливе, но показывать я ее, думаю, не буду, либо покажу сейчас немножко по-другому, чтобы там ничего не пропалить. Вот так выглядит эта карта для онлайн-игры Покемон от X Y Booster. Я не знаю, играет ли он, не играет в нее, но в любом случае он может отдать этот код кому-то другому и слив использовать для карты, которая выпадет отсюда. Далее я решил отправить несколько просто классных карт, ну, по моему счету, как они выглядят. Вот. Не знаю, может быть, кому-то они не понравятся, может кто-то подумает, что это хлам, но не знаю, просто мне они показались милыми, и я решил ими поделиться. В любом случае, Shine Collection выглядит очень круто за счет вот этих переливаний. Ну, не знаю, мне очень понравилось. Я каждую карту из них добавил в альбом. Несколько карт с такими мини-рекламными постерами. Правда, они старые, и еще от фильма с Хупой. Все, хочу сказать, XY-фильма. Вот. Но в любом случае, просто они прикольно выглядят. Не понравится, в любом случае можно выкинуть. Не знаю, почему я их оставил, вот. И несколько карт с советами по игре и по комбинациям. Я, кстати, только недавно это заметил, что здесь на самом деле написаны советы и повод немножко подучить японский. Вот. Также отправляю вот такую открытку с Хупой в трансформации. Вот. На задней стороне нарисована EX-карта с Хупой. Из, по-моему, Ancient Rings. Вот. Да. Или Bandit Rings. Я не знаю, как правильно уже, потому что мне там писали в комментариях, что ты говоришь неправильно. Ла, ребята, я говорю, как она будет звучать в переводе с японского. То есть, а не как она называется в английской версии. Это совершенно разные вещи, и практически половина из них не совпадает, потому что в большинстве случаев одна серия, допустим, в том же английском, да, в английской версии, в японской версии разделена на две. Ну, блин, ребята, они называются по-разному. Не надо мне писать в комментариях о том, что я что-то говорю неправильно.
Нет, возможно, мое произношение каких-то имен не идеально, но тем не менее, я говорю так, как считаю нужным. И правильного имени вам никто не скажет. В оригинале вы вообще должны говорить на японском, но, однако, вы же не используете их, вы говорите в русском языке. Я не знаю ни одного человека, который бы знал всех покемонов просто идеально. Вот прям идеально-идеально. Я не знаю ни одного. Так что вы хотите от меня? Большинство стримеров, не стримеров, точнее, а ютуберов, покетуберов, вообще не называют имен. Блин, не надо требовать каких-то завышенных оценок к вот таким вот вещам. То есть, ну, блин, это карты, ребята, это покемоны, и здесь все очень переменчиво, изменчиво, и толком я называю так, как я запомнил. Ну, то есть, это я не считаю, что я обязан называть их идеально. Вы можете сами загуглить, блин. У вас рук нет, есть у вас все. Просто реально, я когда читал комментарии, меня немного расстроили вот такие люди, которые это писали. Ну, то есть я не жалуюсь, конечно, нет, но было немножко обидно за это, что кто-то не знает, что версии разные и названия покемонов, соответственно, разные. Ну, ладно. Вам виднее, конечно, но я стараюсь, конечно, делать и качественно, и помнить всех покемонов, но на самом деле, блин, ребята, это просто как бы, ну, нереально. Ладно, сейчас, короче, упакую их. Еще не знаю, в общем, как я их отправлю. Отправлю ли просто почтой, блин, потому что не хочется, как бы, конечно, чтобы они обтрепались там в конверте, либо мелким пакетом. Ну, в общем, посмотрим, как это все пойдет. Вот такие вот карточки, вот такой бустер и вот такая открытка. Сейчас сниму, как они будут выглядеть упакованными. Еще вот так немножко вырежу картонку, у меня есть такая, и примотаю это все. Сначала вырежу для одной и для другой стороны, ну, на случай того, чтобы ничего не помялось, потому что наша почта очень любит как бы заниматься такими вещами, то есть мять посылки. На черчу типа, примерно контура. Нажу. Блин, вообще очень слабо нажал ничего. Главное ничего не обрезать. Мой друг этим ножом разрезал себе фалангу. Было как бы не очень приятное зрелище, если честно. Поэтому мне не особо хочется повторить его подвиг. Сейчас тут вот еле заметная линия осталась. Ну, конечно, блин, тут не нужна точность, но хочется более-менее сделать это все аккуратно. Вот. И приклею таких на две штуки. Режется, конечно, очень тяжело. Ребенка, он как по маслу режет. Все. Осталось все это дело
примотать. Вот так будет выглядеть. Я думаю, должно доехать нормально, чтобы там ничего не вылетело. Просто плотнее это обмотаю, все, и будет нормально. Ну как я обматывать буду, я тоже ускорю. Сначала я обмотаю карты, чтобы они так не вылетели никуда. Блин, вроде нормально получилось. Сейчас только приклеим картонку это все дело. Потому что да, на самом деле мне кажется, просто так это помнёт. Блин, ну вроде все, ничего не двигается, все нормально. Немножко обнулило, казалось, потому что неудобно. Местами, блин, я не говорил, ничего не комментировал, потому что мне приходилось держать пленку в зубах. Ну, в общем, не знаю, по весу где-то 70 грамм. Ну, я реально пытался нормально обмотать. Тут вот специально оставил, ну как я уже говорил, отступы от краев, чтобы ничего не помялось. Ну, я думаю, все доедет нормально. Увидимся с вами, когда понесу карты на почту. Ждем очереди. Ну вот, в общем, я закончил, дали чек, трек номер, чтобы отслеживать, где письмо едет. Так, сейчас уберу это в карман. О, вдруг там что-то потеряется, и надо будет.
Ну, я надеюсь, что все доедет нормально. По крайней мере, у меня еще ничего не пропадало. Вот. Сейчас иду в магазин по делам. Потом домой буду готовить пирог. В общем, ждем, как доедет. Тогда узнаем, понравился подарок, не понравился. Видео, наверное, выпущу после того. Ну, после того, как он уже получит, ну, чтобы это было секретом. Вот. Поэтому всем, в общем, до встречи. С вами как вы это увидите. Всех с прошедшим 9 мая еще раз. Сегодня уже 10. В общем, всем хорошего настроения, удачи и пока. С вами был Эврика.